3 часа ежедневно, 6 раз в неделю. Денис Райо тренируется даже через «не могу». Его мечта про Олимпийские игры уже близко. На днях Денис вернулся из экзотической Нигерии. Там проходил Кубок мира по пауэрлифтингу. И наш атлет завоевал право выступать в завершающем отборочном туре. Дальше Паралимпиада. Все соперники, они очень сильные, достойные. И всегда между нами борьба. Мы стремимся отобраться и стать участниками Паралимпиады от страны. И, естественно, это мечта, мне кажется, любого спортсмена. Пауэрлифтинг – это силовое троеборье. В него входят приседания со штангой на плечах, жим лежа и становая тяга. Денис может выполнять лишь жим штанги лежа у спортсмена ДЦП. Он инвалид-колясочник первой группы. Таких, как Денис, в городе Абуджа собралось около 200 из более чем 20 стран. Очень была сложная подготовка, но я как тренер, я считаю, что мы справились, и он переборол себя, а это самое главное, потому что физически он мощный, сильный, а вот психологически он имел такое состояние. Для него, как я говорю, не должен ты бояться. Он собрался, я его настроила. Пауэрлифтингом Денис Райл занимается 5 лет. В его копилке не один десяток кубков и медалей. Но главная мечта, говорит Денис, Паралимпийские игры впереди.